Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня готовим очень вкусный пирог с шоколадом. Яйца, сахар и соль смешиваем в одной миске. Можно добавить по желанию ванилин. Взбиваем миксером. На полной мощности миксера я взбивала 2 минуты. Добавляю мягкое сливочное масло и сметану. Перемешать удобнее миксером. Просеиваем муку и соду. Перемешать можно также миксером. Тесто готово. На этом этапе можно добавить ягоды, или фрукты, или цукаты, или шоколад. Я буду добавлять шоколад. Посмотрите, какой консистенции получается тесто. Мягкое, как кремообразное. Добавляю шоколад. Перемешиваю. Обязательно духовку нужно разогреть заранее до 170 градусов. Форму можно взять любого размера. Если форма широкая, тогда пирог получится невысоким, низким. Если форма маленького размера, тогда пирог получится большим и высоким. Форму я беру 20 на 25 сантиметров, смазываю сливочным маслом, посыпаю ложечкой манки. Вот так ее удобно распределить. И перекладываю тесто в форму. Выпекаем в заранее разогретой духовке. Духовку нужно разогреть до 170 градусов. И выпекаем до сухой лучинки. У меня обычно уходит 35-40 минут. Но время приготовления всегда смотрите по своей духовке. Отправляем в духовку. Друзья, пирог у меня был готов через 30 минут, но всегда время приготовления регулируйте по своей духовке. Даем ему остыть и потом достаем из формы. По готовности пирог можно посыпать сахарной пудрой. Я поливаю растопленным шоколадом. Друзья, посмотрите, вот такая красота и вкуснота получилась. Сейчас он еще немножечко остынет, и тогда я покажу разрез. Друзья, пирог остыл. Давайте посмотрим, какой он получается в разрезе.
Вот такой он в разломе. Очень мягкий, пышный, пушистый и очень вкусный. Друзья, вот такой пирог у меня получился. Он в меру сладкий, нежный, воздушный и очень вкусный. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!